Сирот в России стало в два раза меньше. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Последняя цифра этого года – 60 тысяч ребят, уточнила она. Одновременно в стране повышается рождаемость, но и здесь ведется работа. Разрабатываются новые меры стимулирования, которые по эффективности не уступят материнскому капиталу. Что касается сирот, то все больше семей решаются брать на воспитание детей с физическими ограничениями здоровья.